Какой огородник не выращивает огурцы? По-моему, у каждого на огороде обязательно есть эта замечательная культура. Я не исключение, и тоже каждый год я выращиваю некоторое количество огурчиков. Поскольку огурцов мне нужно немного, а урожайность примерно составляет вот в такой вот грядочке, она где-то, ну, ведер, наверное, 7. То есть с одного примерно корня получается ведро, это исходя из опыта, поэтому этого мне многовато. И в этом сезоне я решил количество огурцов уменьшить. Буду засевать ими только полгрядочки. И это где-то, ну, где-то 2,5 квадратных метра. Место под огурцы я выбираю следующим образом. Чтобы были на этом месте раньше неплохие предшественники. Вот здесь были помидоры. Это неплохой предшественник для огурчиков. Поэтому место, я думаю, вполне подходящее. Время посева огурцов, конечно, очень сильно зависит от погоды. Долго у нас было холодно, и вот пришло тепло. Сегодня 23 мая. Вполне можно уже сеять огурчики. Я использую для выращивания огурцов, поскольку я их выращиваю в открытом грунте и вот прямо на земле, никаких шпалер, ничего этого не делаю. Это себя не оправдало, для меня оказалось слишком сложно. И так выяснилось, огурцы хорошо растут прямо на грунте. Я использую уже несколько лет, уже проверенные несколько раз, очень хорошие гибриды огурцов. Это гибриды ТСХ. Это гибрид Зазуля. Очень хороший гибрид. То есть очень хорошие огурчики вырастают. Его выращиваю уже несколько лет. Еще постоянно выращиваю тоже гибрид ТСХ. Даже ТСХ 98 здесь указано. Это апрельский. Не менее хороший, чем Зазуля. Вот его краткое описание. Тоже очень хорошо растет. И меня вот эти два гибрида вполне устраивают. Но, конечно, я всегда пробую что-нибудь новенькое. И вот в этом сезоне я тоже взял на пробу вот такой гибрид Герман. Это, конечно, не новый гибрид. Но, однако же, раньше я его не пробовал. И многие огородники мне советовали его попробовать. И вот я решил его тоже в этом сезоне посеять. Сею я огурцы следующим образом. Первым делом, вот на этой грядочке по центру делаю канавку глубиной примерно сантиметра 3. И в нее уже буду сеять огурцы. Сею огурчики я всегда сухими семенами. Никакой предпосевной обработки не делаю, потому что это совершенно не нужно. Они и так хорошо всходят. Вот это вот у меня семена чем-то обработанные. Это были семена Герман. А Зазуля и Апрельский, они обыкновенные беленькие семена. Вот они. Размещаю огурчики в проделанную бороздку, ну, примерно сантиметров через 10. Ну, иногда почаще. Поскольку я люблю применять загущенные посевы. И не оставлять же там 2-3 семечка, потому что их и так ложат вот немного, вот столько в пакетике. Но у меня грядочка совсем маленькая, поэтому я их все размещу на отведенное для этого сорта место. Ну, вот получилось примерно так. Семена можно немножечко поправить, чтобы они достигли нужной глубины. И потом бороздочка заравнивается. И на этом посев закончен. Потом грядочка будет полита, и огурчики будут успешно расти. После появления всходов, конечно, здесь видно, что довольно густо огурчики посеяны. Они будут прорежены, оставлены самые сильные растения. И таким образом можно обеспечить хорошее плодоношение огурцов. Вот так, на простой грядке, на уровне земли. Огурцы растут вполне нормально и дают неплохой урожай. Чему я всегда очень рад, потому что я очень люблю огурцы.
И хочу пожелать каждому огороднику тоже всегда хороших урожаев этих замечательных плодов огурчиков. Они в свежем виде хороши, ну и в засолочке тоже не уступают. Без огурцов огород не огород.